Почти 8 тысяч бендерских школьников радостно вздохнули и воскликнули: «Ура! Каникулы!» 862 девятиклассника задумались, идти дальше учиться или покинуть школу и начинать взрослую рабочую жизнь. А полтысячи одиннадцатиклассников, нарядные, счастливые и немного грустные, прощались с родными учителями и покидали школу навсегда. В связи с 19 июня в Бендерах выпускные балы решили провести 17 июня. В 20 школах города в этот день торжественно вручали аттестаты и встречали рассвет будущего дня. Сегодня школы нашего города выпускают 555 одиннадцатиклассников. Из них 44 награждены золотыми и серебряными медалями. Особенно отрадно, что 5 медалистов есть в вашей школе. Дорогие медалисты, примите самые искренние поздравления. Дорогие гости наши, сегодня я хочу вам представить уже студентку юридического факультета Приднестровского государственного университета. Лера заняла первое место на Республиканской олимпиаде по обществознанию и получила сертификат на зачисление в наш Приднестровский государственный университет. Недаром учебную и воспитательную работу сплоченного коллектива учеников и педагогов школы номер 13 высоко оценили в УНО города. И сегодня премия «Успех 2011 года» впервые вручается в нашей школе. В июне 2011 года небо над Бендерами мирное и рассвет над городом ясный. Учителя и родители желали своим уже взрослым детям счастья, успеха, мира и любви, чтобы их мечты сбылись, и повторяли: «Все в ваших руках». Светлана Хромых, Александр Никифоров, Днестр ТВ.